тут прикольная пекарня и очень вежливые продавцы. Сейчас я собираюсь пройтись по Субботице, по центру города, в сторону Палича. Пойду я, наверное, по центральной просто главной улице. Она очень такая... очень маленькая. Мне привычно гулять по такой улице. Какой-то фотограф. Пару минут, и я в центре. Там впереди Макдональдс. За ним Альтобанка, где я за 3 дня сделал себе счет. Через 10 дней сказали, что мне придут, что мне придет карточка банковская. Я еще особо не смотрел, но может быть я смогу использовать виртуальную карточку тогда. Обычная карточка мне, возможно, даже будет не нужна. Но эта банковская карточка через 10 дней удерживает меня от уезда из этого города. Сейчас плюс 2 градуса в Каменске-Уральске, около минус 37 градусов. Вот здесь вот я вчера увидел прикольного русского шарманщика, классно одетого. Точнее, вначале я увидел шарманщика прикольного, а потом... О, первые симпатичные девушки за неделю. А потом сидел в чате Субботицы русской в Телеграме, и вот он там написал, что его... какой-то монах местный прогонял с этого места, не давал играть. Вот идея. Обычно это магазины с продуктами. А, хотя там вот дальше магазин с продуктами, а это, видимо, магазин со всякой дурацкой одеждой. Я сейчас дальше пойду прямо. Здесь можно повернуть налево. Здесь разные кафешки, отели. Но мне надо прямо до вот этого царя, памятника царю. А, это точнее не царь, а краль. Петр Первый. Я вот даже думаю, слово краля это сербского что ли пошло, как королева. Так, молимо додирните. Молимо это просим.
А это какой-то универ впереди. Здесь обычно много разных молодых ребят. Вот так, это самые оживленные улицы я прошел. Дальше будет вот примерно вот так вот. Один землекоп на километр. Я сейчас пойду в район, в котором я еще ни разу не был. Через дорожные работы. Вроде как уже долгое время здесь строят подземный переезд под железной станцией. Дальше я не буду сплошняком так снимать. А вот, похоже, вот это мой дом, в котором я сейчас живу. А нет, вот вон там вот он. В тумане. Как Годзилла стоит. Сейчас вы услышите немного сербскую речь. Вау. Что-то я зря тут пошел. Мне нравится, что даже здесь граффити. В таком маленьком городе, но встречаются красивые. Кажется, это какая-то большая улица, но я туда не пойду. Я узнал, что в Субботице живет 40% венгров и около 30 сербов. Венгры здесь большинство. Венгрия здесь в нескольких километрах от этого города находится. Приграничный город. Там Борновый сад. Это Сербия ВОЗ. Причем это не электричка. Хотя, может, она на батареях. Сейчас пройду мимо дешевого магазина. Вроде как там все дешево. И много что есть. Мне нужен мультитул. Чтоб там был ножик, отвертки, плоскогубцы. Такая югославская погода. Вот этот магаз. Прочитал в Субботице русской, что здесь какие-то супер конфеты вкусные привозят. Купил их. И что-то я совершенно не был впечатлен. Ничего особенного. В Беларуси этот магазин называется похожий. Но я уже забыл. А, точно. В Беларуси этот магаз называется Грошик. Ну, точнее, не этот, а вот такого плана. Когда заходишь, и там все немного дешевле.
вспомнил. Эта дорога идет в Палич. Дальше по пути будет магазин H&M. Не знаю, он будет в торговом центре или просто в каком-то домике. Людей вообще нету. Думаю, я сверну с этой главной дороги. Пойду сейчас подальше. Вглубь. А, ну ладно, сюда еще зайду. Мне так-то есть хочется. Надо найти какое-нибудь место. На сербском все све. СВ перепутано. Там вот что-то выглядит похожим на пекарню или кафешку. Вот если это пекарня, я бы съел что-нибудь с чаем. С пекарским чаем. Сладолет Арте Европа. Пекара. Да, пекарня. О, ну я, наверное, тут что-нибудь съем сладкое. С чаем или с кофе. Здраво. Кофе. Кафе. Капучино делаете? Какой? Я вот здесь хочу и что-нибудь сладкое, чтобы съесть. И вот такую вот штучку. А, нет. Вот так. Сейчас. Вот это. Да. Здесь. Реклама Яндекс.Го. Ее, кстати, нету в субботице, но есть в Белграде. Я взял капучино из автомата. Какая-то штука с мясом. И пончик. Все это стоит 290 рублей. Сербских рублей. Это довольно дешево. Ну, я смотрю, справа люди едят это... с ножом и вилкой. Продолжаю прогулку по субботице Хиллу. Пекарня оказалась вообще классная. Все так вкусно. Даже кофе вкусный был. И я взял еще один с собой. Ну, конечно, с лучшим капучино в Воронеже не сравнится, но весьма неплохо. Сейчас пойду налево. Давай посмотрим дворы. Кажется, этот двор похож на российский. О, какое маленькое окошко решили сделать. Непонятно зачем. О, ну это уже даже воронежские. Дворы. А, нет, все-таки. Я думал, на газоне припаркованы. Хотя тут такое тоже встречается. Весь двор парковка. Интересно, как тут было лет 40 назад. Вот здесь вот это же все было газоном.
на котором сидели бабушки на лавках. Да, тут ничего интересного. Ну вот из интересного кресло для дачи на балконе. Максимальная тишина, которую я слышал. Вау. Тут за мной еще, смотрите, в тишине охотится джульбарс. Это была максимальная тишина, которую я слышал за последние несколько лет, наверное. Скуби-Ду. Идем дальше. Вау, тут везде собаки. Я всех собак разбудил. А я боялся эту собаку. Как-то она неадекватно бегает прямо посреди улицы. Почти не обращает внимания на машины. Ко мне, на меня там смотрит. А вышла женщина из машины. Насыпала ему гору еды. Совсем людей нет. Сумика ясли. Молодежь. Грабари. Это, по-моему, фанаты партизана белградского. Как все необычно. Что за объявление? Продаемо Эладо. Ладу, что ли? Это дом из какого-то фильма, где живет холостяк, неудачник, который работает адвокатом и ездит вот на такой машине. Лучше звоните Солу. Ну, мне нравится, я бы пожил тут. Правда. Я бы гулял бы здесь в каску. Начинает вонять чем-то таким не очень хорошим. Пластмассой какой-то, резиной горелой. И, возможно, это уже не туман, судя по запаху. Даже непонятно, считать это депрессивным районом. Вроде цветы везде, на балконах и красиво. Слишком на этом газоне никто не паркуется. И... он относительно чистый. Где H&M?
Мазафака М. А, вот, Воронеж. Сегодня в Воронежском домовом чате поругался с соседом, который ниже меня курит постоянно. И его этот дым попадает мне в квартиру. А у него там свои претензии ко мне, что я делаю ремонт и все такое. Это может сейчас вот показаться, что я в Воронеже, но нет, я как бы уже давно не живу в Воронеже. Уже больше года. В общем, он начал на меня наезжать, да я ему сказал, что я его в подъезде встречу. Экспорт. Тоже какой-то магазин с дешевыми ценами. Судя по фоткам, там все в таких корзинах навалено. ММДМсы, сникерсы, все, что хочешь. За сербскую воеводину. Эта часть Сербии, где находится Субботица, называется Воеводина. И я вот не могу понять, что это такое. То ли это область так называется. В общем, она какая-то немного особенная. Типа, наверное, Косово, что-то такое. О, я вижу какую-то вывеску какого-то большого торгового центра. И самое главное... Самый главный магазин H&M там горит во лбу. Старый трамвай. А, ну он, кажется, стоит на газоне. Так это что, здесь что ли H&M? Такой маленький. А, не, вон горит. Зазывает своими огнями. Мне так-то ничего не надо. Ух ты! Это надо вырезать. А магаз-то вообще большой. Думаю, мне пора переходить дорогу. Так, что тут есть? Я знаю только H&M, Sansei. Sansei — это та же контора держит, что и Кроп, мой любимый. Но в Sansei мне вообще ничего не нравится. Нью-Йоркер тоже так-то неплохо, но Топ-шоп, Оливер, что-то ХЗ, Вайкики, Том Тейлор. Так, а что меня ждет впереди, если я пойду дальше? Вот мне не нравится, что в Сербии вот сейчас уже 4 часа дня всего лишь, а время как будто по ощущениям часов 7. Уже хочется идти домой. Думаю, доеду до Палича. Не знаю, я еще ни разу тут не ездил ни на чем. Но, возможно, можно тут наличкой расплатиться у водителя. Ладно, в Палич я не уеду. Пойду посмотрю торговый центр. Может, куплю тут инструменты. Это оказался не торговый центр, а просто в ряд магазина. И там вот в углу туалет. Я возвращаюсь. Субботица — мечта интроверта. А, подождите, можно с вами познакомиться, поговорить? А, единственный человек, который был на моем пути, и тот уехал. Кажется, кто-то идет на другой стороне улицы. Ну, наверное, если я закричу,
можно с вами познакомиться, то, наверное, они испугаются. А если я побегу к ним навстречу, то, наверное, это тоже будет странно, наверное. Ну, может, и не странно. Это же Сербия. Может, здесь это нормально, правильно ведь? Везде российские перевернутые флаги. Они не в курсе, что Красная площадь внизу, потом идет голубое небо и белые облака. Кружка Цепуна. Плазма, самые раскрученные печеньки. Это возьму. У меня дома шоколадная паста. Что за диетический? Здесь так вкусно попкорном пахнет. Кажется, это отсюда. Да, и вот оттуда. Каждый вечер играет то ли это бабушка, то ли дедушка на гитаре. Один и тот же мотив. О, еще с бутылкой на голове. Здесь это я пил вчера горячее вино. Очень вкусно. Макдональдс прикольно выглядит. Красиво. Это главное здание города. Куча. Я иду в пекару, свою любимую, и домой. Нью-Йорк. Вот она.
Здраво.